Ну что, девочки, мальчики, у нас сегодня кошмарная погода. Кстати, кошмарная погода. Плюсовая, да, плюсовая, но я такой в белом весь, в белом, да. Красота. Красота спасет мое здоровье. Да, сейчас покажу улицу нашу. Ну, вы же знаете, улица это есть улица. И я всегда могу пошутить на все это. Хоть вы... Знаете, девочки, мальчики, я не унываю, никогда не унываю. Я как говорится, скорпион, но либо они такие живучие, ну, как это, знаете, паразиты. Не, я ж не паразит, я ж ласковый, да. А кто хотел на меня там что-то тырым-пыром, растопыром, да? Но кто-то там... Ну, у нас же есть одни там некоторые, да? Которые все не нравится, это не нравится, ты не так одетый, ты не так будто, ты так не так выглядишь, у тебя ничего такого нету. Боже, девочки, мальчики, это не расстройство. Расстройство это у некоторых людей мозга. Да, девочки, мальчики. Голос у меня такой, потому что я еще болею. Да. Не по плану. Да. Ой, снег у нас, он, видите, вообще мокрый. Даже вот, смотрите. Даже дождь вот был, да. Видите, такая погода сегодня у нас. Небо, конечно, вот такое. Сегодня, кстати, воскресенье. Ой, воскресенье. Все будет хорошо, вон голубь. Чесорука. Чеголубь. Не знаю. Надо приблизить. Давайте приблизим. Я хочу посмотреть. Мне самому уж интересно, кто это такой. Попугай. Девочки, мальчики, вот. Это, не, это голубь, голубь, прилетевший, ага. Так что, мимо, все нормально. Так что, вы что думаете, мне нечего снимать, я найду, что снимать, что сказать. Так что, девочки, мальчики, все горести и несчастья уберем в помойку, девочки, мальчики. Так что всем здоровья, счастья. Я люблю, целую, обнимаю, милые.